Сегодня в югорских школах прозвучали последние звонки. В этом году из стен образовательных учреждений выпускаются почти 26 тысяч человек. Третий из них – это 11-классники. По традиции, день начался с торжественных линеек. Так, в школе номер 6 Ханты-Мансийска выпускники подготовили целую программу. Репетировали каждый день после уроков, учили слова, оттачивали движения, чтобы сегодня все показать в лучшем виде. Очень грустно. Неохота уходить из родной школы. Скучать буду по учителям, по одноклассникам. Это время обучения, время становления как личности. Я никогда не забуду. Самые такие веселые, самые печальные, самые счастливые, грустные моменты. Все, что можно было пережить в школе, все пережили. Очень ценю и буду всегда помнить эти моменты. Сегодня всех выпускников поздравила губернатор Югры Наталья Комарова, а также митрополит Ханты-Мансийский Сургутский Павел. Он совершил благодарственный молебен в Воскресенском кафедральном соборе. Собрались выпускники всех школ окружной столицы. Представители от каждого класса загадали желание и выпустили с крыльца храма в небо голубей. Раз, два, три! Отслужить краткий молебен и спросить у Всевышнего благословения.